Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале SmartWatch, канал только о смарт-часах. Сегодня у нас на обзоре вот такой вот интересненький циферблат. Итак, на нем выглядит режим AUT или экран всегда включен. Ну а вот он, циферблат, выглядит у нас так воочию. Достаточно интересно. Это циферблат от российского разработчика или разработчицы Шарлотты. На него будут промокоды, и его скачать и применить промокоды можно будет в российском магазине приложений и циферблатов. Ссылочки, все как сделать в этом российском магазине, в описании видео, как вообще в нем что-то покупать и как применять промокоды. И еще раз в описании видео. Ну а мы с вами поехали. Когда вы его скачаете, он будет немножко не такой. Это я уже его подстроил. А будет он только время красным, по-моему, батареи и температура. И все. Сейчас же, как вы видите, у меня установлен два виджета погоды. Здесь у меня, барометр. Дальше здесь, сколько я натопал шагов. Цель у меня 10 тысяч. И вот в процентном соотношении. Здесь у меня, значит, батарея. Тоже, как вы видите, да, график такой. Потом воскресенье полное, 22 мая. Цифровое время может быть 12 или 24-часовым в зависимости от настроек вашего смартфона. Дальше у нас есть батарея, температуры, батареи, шаги и сколько натопал в километрах. Также может быть и в милях в зависимости от настроек вашего смартфона. Температура батареечки тоже достаточно интересная функция. От температуры батареи зависит, насколько она будет быстро или медленнее разряжаться. Поэтому за этим фактором следить тоже достаточно, или вернее нужно, так скажем. Не достаточно, а нужно. Ну а мы поехали по настроечкам. Что у нас есть на данном циферблате? Нажали долгий тап 3 секунды, настроечки и поехали. Первое. Отключение или включение строки шаги. Да, вот смотрите. Все, вот сейчас я его выключил. А можно включить. Включил. Дальше поехали. Следующая настроечка — это включение и отключение даты. Раз. Минуточку. Настроим резкость. Хоп, и поехали. Сейчас я отключу. А можно включить. Следующий параметр — это как раз таки включение или отключение вот этих вот боку полосочек, да, вот этих сбоку, которые вы видели. Заряд батареи, достижение цели в Samsung здоровье. Хоп, включили или отключили. Ну, тут уж кому как нравится. Следующая настроечка — цвет. В начале, первоначальная настройка будет вот такой цвет. Для меня он какой-то маленечко депрессивный, сильно красный. А вот желтенький, вот этот цветик, зелененький, вот темно-зеленый. Ах, вот эти вот красивые цвета. Ну, на мой взгляд, конечно же, я как бы не претендую на правильность своих убеждений или решений, или т.д. и т.п. короче. Все. И последняя настроечка — это вспомогательные настроечки. Дополнительные, вернее, сейчас мы в них перейдем с вами. Вот. Здесь виджеты, а здесь ярлыки приложений. Все установили, нажали ОК. И по факту получаем вот такой вот интересный циферблат. Прикольно, что здесь все написано, подписано и есть. Промокодики будут так же, как всегда. Подписка на канал, лайк и комментарий. Хочу промокод. И там уже кому достанется. Также вы сможете его купить. Цена 80 рублей. Вы были на канале SmartWatch. Пока.